он сказал? Все на самом деле кончено. Дорогая, мне так жаль. Кое-чего у тебя точно нет. У тебя нет Картера. Зато у меня есть. И в ту ночь, когда ты звонила, он не ответил, потому что был со мной в одной постели. Он выбрал меня. Кто-то, наконец, выбрал меня. Вот только соревноваться в нематов ты любишь больше, чем на них. Как будто ты боишься, что кто-то что-то получит, а тебе ничего не достанется. Может быть, я люблю соревноваться, потому что мне ничто не достается легко. По лучшую и худшую стороны. И эта плохая сторона отвратительна. Я не могу сказать, что я люблю тебя, потому что ты делаешь вещи типа этой с Эмили. Извини, но это любить невозможно. Сколько времени тебе понадобилось, чтобы влюбиться в Кейли? Неделя? День? Секунда? Я отдала себя тебе, а ты не мог сказать, что любишь меня, пока твое пребывание в Роке не оказалось под угрозой. Можешь считать меня кем угодно, но глупо я не была никогда. Чувствуешь себя покинутой своей матерью. И я знаю, что вся твоя злость от этого. Пила и употребляла наркотики, и она никогда меня не любила. С чего мне скорбеть по такой жизни? Она меня снова бросила. Потому что я для нее никто. Хочешь кое-что знать? Я рада, что она умерла. Я не хочу, чтобы она мне снова причиняла боль. Лорен, ты в порядке? Мне не было так уж тяжело. Она для меня ничего не значила. В последний раз она видела, как я занимаюсь гимнастикой, когда мне было 5 лет. Моя мама хотела меня увидеть. Больше всего на свете. Сейчас выступать. Она меня любила. Я могу. Я хочу это сделать. Ради нее. Это было для тебя уже. Отец тебя любит. Тогда бы он не скрывал от меня мою мать. Теперь она умерла, и все слишком поздно. Лорен, милая, только прощай. Иногда люди поступают настолько плохо, что их нельзя простить. С тобой только по одному родителю. Если мы их оттолкнем, кто у нас останется? Я обещала ему измениться. Тогда почему не изменилась? Что я всем безразличен? Почему я никому не нужна? Ты хоть понимаешь, сколько страданий ты причинила людям? Хочу иметь ничего общего с твоим отцом. И с тобой тоже. Я знаю, что ты можешь быть лучшим человеком, чем думаешь. Знать, кто прислал НГО видео с поцелуем. Ясно, это была Лорен. Ты хоть представляешь, хоть немного, как сильно ты меня ранила. Я так боялась, что она покинет меня. Как все делают, рано или поздно. И почему? Почему, как думаешь, люди тебя бросают? Я это заслуживаю. Я никогда, никогда не желала тебе зла, Пейсон. В спортзале ты сказала, что мы друзья? Что происходит? Почему тебя это так заботит? Потому что сейчас мы больше, чем партнеры по команде. Мы подруги, а у настоящих подруг нет друг от друга секретов. Это столько для меня значило, что впервые я на самом деле поверила кому-то. Я знаю, я стала лучше, чем была. Прошу, пожалуйста, дай мне шанс доказать это. Взяла на себя вину за разговор с Маркусом. С каких пор Лорен Таннер волнует кто-то, кроме нее самой? Когда мы начали становиться друзьями, впервые я почувствовала, что кто-то выбрал настоящую меня, кем бы я ни была. Я и выбирала тебя, и поэтому так больно было узнать, что ты сделала. До моей мечты всего 6 недель. Я не для того работала всю жизнь, ведь ее... Ей нельзя этого делать. Сегодня убили мою олимпийскую мечту. А в остальном все... Если моей мечте конец, я не хочу выздоравливать. ...с обращениями к Господу.
Я просила его, чтобы вернулась мама. И она пропала навсегда. Я просила, чтобы ты вышла за папу. И этого не случилось. Я молилась о том, чтобы попасть на Олимпиаду с 6 лет. И вот как все закончилось. Я устала. Молиться Богу, который не отвечает. Операция решила, что немного удачи тебе не помешает.